Совсем скоро Мыскаменный будет полностью обеспечен бесперебойной подачей электроэнергии в дома, образовательные организации и другие предприятия. В село уже прибыли две газопоршневые установки мощностью 1,5 мегаватт каждая. Какие изменения ждут жители с появлением нового энергокомплекса, узнавала Дарья Зимина. Этот гул для мыскаменцев давно стал привычным. Так громко может гудеть только авиационный двигатель, который в производстве электроэнергии в поселке начали использовать с конца 80-х годов. Тогда подобные технологии считались передовыми. Сегодня они устарели, да и сами двигатели не новые, а снятые с производства и прошедшие капитальный ремонт, что, к сожалению, не спасает от перебоев в работе. Отключения происходили очень часто, особенно за последний год. Мы поменяли порядка 6 двигателей, а и 20. Но это вся проблема в том, что они же сняты с производства. Но скоро положение дел улучшится, прекратится порядком надоевший шум, но и это не самое главное. Две прибывшие в поселок газопоршневые установки общей мощностью 3 мегаватт смогут запитать электроэнергией сразу три части поселка. Это случится в текущем году, а в следующем в Мыскаменный доставят еще две такие установки мощностью по 0,5 мегаватт каждая. 4 мегаватта для поселка Мыскаменный – это... Даже с учетом потребителей, сторонней организации, которые обслуживают «Газпромнефтьснабжение», которые сюда будут заходить, мы готовы им отдать это электричество. Разгрузка энергоблоков, прибывших из Кургана водным путем, шла круглосуточно. Сложности процессу прибавил большой вес – 70 тонн и особенности прибрежной полосы. Как известно, она песчаная, потому перегрузить установки с аппарели на берег тракторами было проблематично. Топливом для работы установок станет природный газ. Он будет подаваться напрямую по газопроводу с Каменномысского месторождения. В данный момент подрядная организация занимается монтажом энергоблоков и подготовкой к началу работы. Сейчас монтируются шумоглушители, монтируется аппарат воздушного охлаждения, все второстепенное оборудование, которое шло отдельно, непосредственно от основного. Монтаж газопоршневых установок закончится в течение 3 недель, обещает подрядчик. Строительство энергокомплекса в Мыскаменном мощностью 4 мегаватт ведется в рамках программы энергосбережения, которую проводит в Ямальском районе коммунальный оператор «Ямалкоммунэнерго». На реализацию программы заложен бюджет в 125 миллионов рублей. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Мыскаменный.